Только что прозвучала смс-ка, что мы идем с вами на новую почту кое-что получить. Ну, это либо отдельный ролик, либо в этом ролике. А сейчас я сегодня решил избавиться от многих ненужных вещей в доме. И сейчас у меня завалится вся моя эта конструкция, при помощи которой я хотел быстренько все перефотографировать. Но у меня только что чуть инфаркта с микокардой, как говорила моя бабушка покойная, царство небесное, не было. Микокарда выскочила прямо из-за угла, потому что ничто не предвещало беды. Это все к тому, привет, друзья, что я понял, за что берут значимые деньги за ювелирку. Ну, каталожку там, да, как ее называют. Я, конечно, каталожку, я и каталожка, это луна и земля, вроде бы вращаются вокруг друг друга, но там жизнь есть, здесь, вернее, говорят, что есть, а там говорят нет. Так, короче говоря, я решил поиграть в игру, типа отснять ненужные вещи в доме. Ну, вот одна из них, не знаю, насколько вам видна, вот это шаттл, такой шаттл, латунный, тяжелый, и, как выяснилось, это made in Japan. Каким он образом попал в наш дом, нет, но предварительная цена его меня вразила. Я его решил выставить на, ну, на LX, короче. И вот я взял этот шаттл, я его, как вы понимаете, очень хорошо вычистил, вымыл, выдраил. Понятно, что предмет интересен с точки зрения фотографии, потому что он весь блестящий, с позолотой там какой-то. Все отражает. Я соорудил себе, как говорит Эдуард Петер, домик для поросят. Ну, такое, чтобы ничего не отражалось от него. Я все сделал, и потом я понял, что мне надо, наверное, как-то подвесить его на лесочку. На лесочку. Сережа раскручивает тут два винтика, куда батарейка вставляется, потому что это часы, причем они ходят, эти часы. Да, и думаю, сейчас подвешу на лесочку, и у меня все начнет происходить. И в этот момент каким-то, извините, образом, потому что чуть другое слово на букву «Х» не сказал, выскакивает, тут у него сделаны три колесика, и они вращаются еще, понимаете? Я сейчас, конечно, снимаю не на ту камеру, где показывают крупным планом какие-то вещи, потому как это экшн-камера. И, короче, вот это колесико одно, вот в этом бардаке, вот в этом свинарнике, вы просто всего не видите, что мне пришлось сделать, чтобы найти это колесико. Это колесико, а ось как колесику, там вообще, ну, блин, вообще, с нормальным зрением люди потерялись бы. Остается, слава тебе, Господи, на этой доске, а колесико делает цинь, и все. И вот на этом полу, в этом сраче, я сейчас был археологом, понимаете? Легкими шлимановскими движениями тот, кто открыл Трою, вот сдувая пыль с этого всего, ползая на этих коленках своих, я искал это колесико. Но я пошел быстренько сфотографировал без колесика, а сейчас мы пойдем уже сделаем с колесиком это все. Короче, сейчас я уже решил, ну ее нафиг, эту лесочку. Соорудил себе вот такую, сейчас покажу какую, подставочку. То есть обычная зубочистка берется. Ну не зуб... ну да, для моих отсутствующих зубов как раз в самый раз. Короче, шпажка такая. Тут у него, слава тебе, Господи, есть куда запихать ее. Щелочка какая-то. Сделаем тебе, себе вот такую подставочку. Чтобы она только не на... не на улетело. Так, сейчас. Ну, вот так. Ну, а эту саму штучку мы потом, конечно, вырежем, палочку эту. И пойдем сейчас поставим ее и перефотографируем. Это к тому, что вот если бы я это колесико не нашел, и предмет был бы не моим, я бы влетел... ну так, на долларов 50. Вот почему, когда говорят, сколько, а за что? За то, что кнопочку нажали? Нет. За то, что если не приведи Господь что, так этот человек, который исполняет ваш заказ, он может, ну, как-то компенсировать вам его. Вот, вот отсюда, я так понял, и цены берутся. Ну вот, ну, кроме всего прочего, что обработки и время потрачено, и все. Вот, сейчас мы пойдем его сделаем красивым с вами. Да, еще интересно, а не факт, что он продастся там за 40, за 50, за 30 долларов, не в этом вопрос. А вопрос в том, что заказчик, он знает цену этому товару. Он же не скажет вам, что ну ладно, я потом сделал скидку и продал его там типа в 3 раза дешевле.
Он с вас будет драть денег, которые, как бы, которые ему сказали, или рыночная цена, но вы влетаете. Поэтому я к тому, что не стесняйтесь или не беритесь. А если беретесь, будьте предельно внимательны. Вот сейчас еще эту хрень установить. Сейчас там вся эта конструкция, моя, чувствую, на воздухе свежем разлетится. Я сегодня взял все вспышки, но принял решительное решение. Свет хороший. Я на улице все это сделал. Ну, ветерок такой. Сейчас вы все увидите, короче, пошли. И вот такая вот конструкция у нас с вами получается. Сегодня мы без стедикама. Простое, ну, это все калькой можно заменить. Ну, у меня что было, то и сделал. То есть, короче, я обложил со всех сторон, насколько это мог. Обложил его белым, этот шаттл. Вот. И в результате осталось только одно – подождать света. А свет сейчас спрятался за деревом. Вот это дерево у меня, тут обрубок этого дерева. И вот как раз солнце, вот как раз за ним зашло. Я вот жду, когда оно выйдет, чтобы оно начало светить на нашу вот эту белую простыню. Вот эту вот. И тогда он дает очень хорошие блики. Чуть-чуть солнца было, когда у него колесика не было. Сейчас у него есть колесики все, но нет света, поэтому надо ждать. Ну, почему не вспышки? Ну, вот потому что весна, потому что замечательно можно это делать на естественном освещении. Два пенопласта, как вы поняли, с двух сторон, белое-белое. Задник у нас белый, ну, там это фрост материал. Здесь просто подстелил белое, чтобы, ну, стол там уже пошмаканный. Ну и сверху у нас тоже отражатель 5 в 1 белое. Дальше мы просто вращаем под разными ракурсами наш шаттл и фоткаем его, находясь с левой, с правой стороны, ну, чтобы самому поменьше отражаться в этом всем деле. Но специально всегда одеваюсь в темное, как вы успели заметить, чтобы самому быть определенным флагом, что ли. То есть давать такие поперечные блики. Поэтому, ну, такая уже привычка выработалась. Вот сейчас этот ветер. Сейчас надо закрепить эту мою палочку, выручалочку, которая держит этот фрост. Так, снимаю. Очень все произвольно делается. Я имею в виду по экспозиции. Для того, чтобы... И я не сильно забочусь о ракурсах, потому что потом просто я там поверну так, как мне надо, в уже понятно где, в фотошопе. Вот сейчас блики хорошие пошли. Ну, в принципе, пару фотографий я вам выставлю. Ну и чтобы вот предмет читался, конечно же, формы. Ну, чтобы у покупателя были какие-то представления о предлагаемом товарчике. Так как у нас матрица с вами достаточно, ну, хорошая, 24 мегапикселя, то есть есть чего вытягивать. Вот. Вот пару ракурсов тут не очень хороших. В смысле, свет сейчас не очень хороший. Когда он был без колеса паразит, то было лучше. Ну а методом приближения сюда ко мне или удаления я регулирую вот эти блики, которые ловлю. Сильно стараться я здесь не собираюсь. Я имею в виду, сейчас вот все-таки хочется. Дурацкая привычка все равно сделать хорошо. Ну, еще также я сегодня сделал фотки вот этого своего триггера, который у нас благословенный был когда-то. Спасибо ему говорю. Выставлю его за более чем реальную цену. Он полностью в упаковке, ну, как вот он пришел с нам с Китая когда-то. Я понял, что мне два триггера не понадобятся. У меня всего лишь одна камера, одни руки, и, как бы, побаловавшись им в свое время, я говорю ему большое спасибо. И тоже его, в общем-то, отснял уже. И вот фотографии нашего с вами шаттла получились. Для покупателя, я думаю, более чем информации хватает и нашего триггера.
кое-что еще я там подумаю, выставлю. Но вот это сооружение очень быстро делается, ничего такого оно не требует особого. И для тех, кто в теме, это вообще не проблема сфотографировать подобные вещи. Ну а для тех, кто, может быть, иногда думает, что выставив какую-то фотографию, или там 3, 4, 5, 6 фотографий, недоумевает, почему у него ничего не покупают. Ребят, я вам точно говорю, тем, кто хочет что-то продавать свое, ну вот не как бизнес, надо все-таки чуть-чуть постараться сделать хорошие фотографии. Я молчу о резкости, я молчу о там каких-то деталях, которые передает ваш товар, который вы выставляете. Но если его там нет, этих деталей, если нет резкости, если это все на смартфон, типа на отшибись сделано, вот не удивляйтесь, почему у вас никто ничего не покупает, даже если очень привлекательная цена. Привлекательная цена, она наоборот иногда порой отпугивает при плохих фотографиях. Поэтому нужно этот баланс четко чувствовать, соблюдать. Поверьте мне, человеку, который занимался 18 лет прямыми продажами. Вот, на этой оптимистической ноте мы здесь все с вами заканчиваем. Сейчас пойдем с вами на новую почту. Ну, я сам схожу. Там ничего интересного. Кое-что заберу. И сегодня мы еще с вами запилим короткий ролик, который будет на тему, как организовать на внешнем микрофоне, вот на таком, звук на стедикаме. Это не так, оказывается, все просто, как может показаться на первый взгляд. До встречи. Удачи. Пока.